Изумрудная скрижаль 9. Внимай же, о человек, услышь ты голос мой, обучающий мудрости и свету в цикле этом, обучающий тебя изгнанию тьмы, обучающий тебя привнесению света в жизнь твою. Стремись же, о человек, отыскать путь великий, ведущий к бесконечной жизни в образе солнца. Избегай же ты покрова тьмы. Стремись преобразиться светом в мире, стать сосудом для света, средоточием для солнца пространства сего. Подними же глаза свои к космосу, подними же глаза свои к свету. Говори словами обитателя, песнью призывающей свет. Пой песнь души, создай высокую вибрацию, которая сделает тебя единым с целым. Слейся с космосом, стань един со светом, будь ты потоком порядка, стезей закона в мир. Твой свет, о человек, есть великий свет, сверкающий сквозь тень плоти. Свободно ты должен подняться из тьмы перед тем, как стать единым со светом. Тени тьмы окружают тебя, жизнь наполняет тебя течением своим, но знай, о человек, должен ты восстать и из тела своего вперед устремиться в планы, что тебя окружают, и в то же время едины с тобой. Оглянись вокруг, о человек, узри свой собственный свет отраженный. Поистине, даже во тьме вокруг тебя твой собственный свет просачивается через покров. Ищи же мудрости всегда, не допусти предательства тела, держись на пути волны света, избегай пути темного. Знай же ты, что мудрость постоянна, существуя с тех пор, как возникло все, душа творит гармонию из хаоса законом, существующим на пути. Внимай же, о человек, учению мудрости, внимай голосу, говорящему из времени ушедшего. Посвящу я тебя в знание забытое, посвящу тебя в мудрость, сокрытую во времени ушедшем, затерянную в тумане тьмы, что меня окружает. Знай, человек, что ты — предел всех вещей. Только знание этого забыто, утеряно во времена, когда человек был низвергнут в рабство, связан и закован цепями тьмы. Давным-давно покинул я тело свое, странствуя беспрепятственно сквозь просторы эфира, огибая углы, держащие человека в узах. Знай же, о человек, что ты только дух, тело — ничто, душа — это все. Не позволь телу своему быть оковой, оставь тьму и странствуй в свете. Оставь тело свое, о человек, и будь свободен, будь воистину светом, что един со светом. Когда ты свободен от оков тьмы и странствуешь в пространстве в образе солнца света, следует тебе знать, что пространство не беспредельно, а ограниченно
поистине углами и кривыми. Знай же, о человек, что все сущее всего лишь аспект грядущих, более великих вещей. Материя — жидкость и течет подобно ручью, постоянно преображаясь из одной вещи в другую. Сквозь все века существовало знание, неизменное, хотя и погребенное во тьме, неутерянное, хотя и забытое человеком. Знай, что пространство, в котором ты обитаешь, пронизано другими, такими же великими, как и это, переплетенные в сердце твоей материи, и в то же время существующие отдельно в своем пространстве. Однажды, во времена давно забытые, я, тот, открыв врата, проникнул в другие пространства и изучил тайны скрытые. Глубоко в сердце материи скрыто множество тайн. Переплетенные измерения числом 9 и 9 циклов пространства, 9 проявлений сознания и 9 миров в мирах. Воистину, 9 повелителей циклов, пришедших свыше и из глубин. Пространство наполнено тайнами, ибо пространство раздроблено временем. Ищи же ключ к пространству и времени, и отопрешь ты врата. Знай, что повсюду, во времени-пространстве, поистине существует сознание. Хотя скрыто это от знания нашего, все же существует оно извечно. Ключ к мирам внутри тебя может быть найден только внутри, ибо человек — это врата тайны и ключ, который един с единым. Ищи же в пределах цикла, используй слово, которое дам я тебе. Распахни врата внутри себя, и воистину и ты будешь жить. Человек, ты думаешь, что живешь, но знай, что это жизнь в смерти. Ибо, будучи прикован к телу своему, для тебя не существует жизни. Только душа, свободная от пространства, обладает истинной жизнью. Все остальное — только оковы, узы, от которых надо освободиться. Не думай, что человек землнорожден, хоть, может, он и произошел от земли. Человек есть светорожденный дух. Но без знания он никогда не сможет стать свободным. Тьма окружает светорожденных, тьма сковывает душу. Только ищущий может иметь надежду на освобождение. Тени вокруг тебя рушатся. Тьма наполняет все пространство. Свети же, о свет души человеческой! Заполни тьму пространства. Ты — солнце света великого. Помни это и освободишься. Избегай пребывания в тенях, вырвись из тьмы ночи. Светом да будет душа твоя, урожденная от солнца, наполнена великолепием света, освобожденная от уз тьмы душой, что едина со светом. Ты — ключ ко всей мудрости, в тебе заключено все время и пространство. Так не живи же в рабстве тьмы, освободи же свою светформу от ночи. Великий свет, что заполняет весь космос, ты всецело течешь человеку, так сделай из тела его факел света, которому никогда не будет суждено погаснуть среди людей.
Давно в прошлом искал я мудрости, знания неизвестного человеку. Далеко в прошлое я проник, в пространство, где берет начало время. Искал я знания нового, чтобы добавить к известной мне мудрости. Лишь для того, чтобы найти, что ключ к искомой мной мудрости находится в будущем. Вниз, в залы Аменти, спустился я в поисках более великого знания, спросить у владык циклов пути к мудрости мною искомой. И задал владыкам вопрос: где находится источник всего? Ответил в тонах могущественных глас повелителя девяти: освободи душу от тела своего и следуй за мной к свету. Вышел я из тела в образе сверкающего в ночи пламени. Стоял я пред владыками, купаясь в пламени жизни. Схвачен затем был силой, находящейся далеко за пределом человеческого знания, сброшен в бездну сквозь пространство, неизвестное человеку. Видел я формирование порядка из хаоса и углов ночных. Видел я свет, исходящий из порядка, и слышал голос света. Видел я пламя бездны, несущее порядок и свет. Видел порядок, исходящий из хаоса. Видел свет, дающий жизнь. Затем услышал глас я: услышь и пойми, пламя есть источник всех вещей, содержа все сущее в его потенциале. Порядок, посылающий свет, есть слово, и из слова происходит жизнь и существование всего. И опять зазвучал голос, говоря: жизнь в тебе есть слово. Отыщи жизнь в себе, и обретешь силу от слова. Долго наблюдал я пламя света, идущее из эссенции огня, осознавая, что жизнь есть порядок, и что человек един с огнем. Вернулся я в тело свое, снова стоя с девятью, внимая гласу циклов, вибрируя мощью, что они говорили. Знай же, о тот, что жизнь есть слово огня, жизненная сила, которую ты ищешь, есть слово, обитающее в мире в образе огня. Ищи ты пути к слову, и силы воистину будут твоими. Затем спросил я девять: о, владыка, укажи мне путь, укажи путь к мудрости, укажи путь к слову. Через порядок отыщешь ты путь. Не видел ли ты, что слово пришло из хаоса? Не видел ли ты, что свет пришел из огня? Отыщи в жизни своей беспорядок. Сбалансируй и упорядочь жизнь свою. Истреби весь хаос эмоций, и обретешь ты порядок в жизни. Порядок, привнесенный из хаоса, донесет тебе слово источника, даст тебе мощь циклов
и сделает из души твоей силу, что свободное, просуществует века совершенным солнцем из источника. Внимал я гласу, и глубоко запали слова эти в сердце мое. Всегда я стремился к порядку, который мог приблизить к слову. Знаешь же ты, что тот, кто этого достигнет, навеки быть должен в порядке, ибо пользоваться словом через беспорядок никогда не было и не будет возможным. Прими слова сии, о человек, как часть жизни своей. Позволь им быть. Стремись победить беспорядок и станешь един со словом. Приложи усилия к достижению света на пути жизни. Стремись к единству с величием солнца. Стремись быть только светом. Держи помыслы свои на единстве света с телом человеческим. Знай, что все есть порядок из хаоса, рожденного в свет.